Эмоции и автоматика, что победит? Автоматика. Всегда. Всегда победит автоматика. Но жену хочу, но как? Понимаете? Все. Буду, ой, а. То есть весь человеческий мир, он построен на этих противоречиях. Понимаете? И поэтому автоматика, она всегда старше. Или задача класса создания. Но тут ее же надо реализовать. Как будто это сделать. То есть удивительно, как вот этот баланс. Вот, мы сколько это видим, но мне кажется, это сложно вообще постичь. Вот. А ты подумай, вот женщина, женщина по определению существо, не думающее о последствиях. Никогда. Поэтому, а мужчина это существо, которое вынужден думать о последствиях, потому что его семью кормить как бы. Помните, как девушка замуж выходит? Простые действия, одно за другим. Конечно. Вот видите, вы слушаете, а не используете. Поэтому я вот, то есть этот военно-прикладной метод, он очень эффективен был в Советском Союзе.